Определены победители творческого конкурса «Тауелсес Елден Жюрегамен» среди школьников и студентов, посвященного 30-летию независимости нашей страны. Символично, что в конкурсе приняли участие 30 молодых жамбылцев. Наша страна, встав на новый путь развития, воплотила вековые мечты нашего народа о свободе. Новая веха в истории Казахстана отмечена формированием поколения свободномыслящих граждан, открывающих миру новый облик страны Великой Степи, современников великих преобразований. До финала конкурса дошли 26 наиболее удачных работ. Из них 20 подготовили школьники, 6 работ студенты колледжей. Это были эссе, сочинения и даже видеоролики на тему 30-летия независимости нашей Родины. Ведь сейчас для ребят не существует горизонтов и преград своей творческой самореализации. За годы независимости страна добилась немало достижений. Наша главная цель – это пропаганда среди молодежи ценностей народа. Участие в конкурсе приняли ученики школ 7-11 классов и студенты колледжей. По результатам конкурса лучшей среди студентов была признана работа Асана Нуржана. Ну а среди школьников отличился ученик 11 класса одной из городских школ Санжар Дайарбек. Мы должны помнить о том, какой ценой нам досталась независимость. Мы также не должны забывать слова великих деятелей, таких как Макжан Жумабаев, Абай Кунанбаев. Макжан Жумабаев не раз говорил о том, что она ценна для каждого народа. Наша страна имеет немало достижений за 30 лет. В честь этого я составила загадки, посвятила стихотворение. Таким образом, я хотела донести, что независимость – это свято. Никто из участников не покинул конкурс пустыми руками. Все были отмечены чествованием и памятными подарками. Наимбек Бакбанов, Галымжан Есимбаев, Жамбыл Ньюс.